Алло, алло, послушайте, здесь, значит, вы меня слышите? Алло. Да, 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 тут, говорите. Короче, этот ДРГ Степана Бандеры бегает этих укропов. Срочно что-то делайте. Чего? Лично Степан Бандера бегает. Диверсионно-разведывательная группа, видели уже. Где? Алло, да. Где бегает? Ну, по Белгороду, где же еще? Вы еще не видели взрыв, это они взорвали. Ах, с кем я имею честь разговаривать? С жителем Белгорода, который видел этот ДРГ. Вы делать что-то будете, полиция? Или вы только можете мирных демонстрантов бить? Алло. Как фамилия ваша? Поздняков моя фамилия. Имя, отчество. А не важно мое имя, отчество. Короче, на улице Губкина я его видел. Ясные зори, где магазин. Пересечение Ватутина и Губкина. Сейчас, секунду. Поздняков, имя, отчество. Да не важно имя, отчество. Важно, что здесь ДРГ бегает Степана Бандеры. Вы понимаете или нет? Где именно адрес? Я же сказал, пересечение Ватутина и Губкина. Алло. Сколько человек? 5 человек. Во что одеты? Ну как, в форму военную. Ну конкретно, какая форма, каким цветом? Я не знаю, ну военная форма, какая военная форма? Я что, разбираюсь что ли в этих военных формах? Ну еще что было при них? Оружие всякое там, гранатометы, джавелины, энлавы, флаг Украины и портрет Тараса Григорьевича Шевченко. Угу. Ваш контактный телефон? Вот этот вот номер. Ну у нас не высвечивается. А, не высвечивается? Ну и пошел нахуй тогда, долбоеб. Да ты хуила ебаный, выебу тебя нахуй. Гандонище ты ебаный. Ты сдал он всем будет, понял? Так ты ж не можешь, блядь, пробить нихуя, дура. У тебя ж не высвечивается, блядь. Да ты то, что ебать конченый, ебать, ты не понимаешь, русню, когда ебать, тебя разводят, долбоеба, когда с тобой по-нормальному говорят. А пиздец ты ебучий, блядь. Пошли вы нахуй, пизда вам скоро будет. Разбомбим вас нахуй всех, блядь. Будете вафлю жевать, ебатина. Да хуя ты, блядь. Дай хуй вафля ебучая. Это твоя работа, дура.